Мам, я пришел. Ой, сыночек, заходи к нам. У нас в гостях тетя Галя. Тетя Галя пришла, только не она. Здравствуй, Владик. Здрасте. А куда это ты пошел? Ну что, еще, мам? А покажи свой дневник. Тетя Галя хочет посмотреть, как ты учишься. Да-да, вот мой сын отличник. Зачем вам мой дневник? Вот. А где твоя обложка? И почему он весь погрызанный? Нормальный дневник, что вам не нравится? Вот, смотри, Галечка. Пятерка по физкультуре, четверка по труду. Вот смотри еще. Ох, двойка по математике. Владик, а почему двойка по математике? Да хуй его знает. Что это за плохие слова? Может, училка не в настроении была? Да, да, помнишь, я тебе говорила, у них это чокнутая математичка. Владик, а спой твою песню. Я не умею петь. Как не умеешь? Умеешь? Я сама слышала. Ну, мам. Ну, сына, для тети Гали. Песню хотите? Ну, хорошо. В последние два месяца мы не курили дудку, мы пили водку, мы больше не наки придурки. Тетя, сына, хватит, хватит. Ну все, я пойду в свою комнату. Да, да, сыночка, иди, иди. До свидания, тетя Гали. До свидания, Владик.